Если говорить о пряностях, которые люди издревле использовали в кулинарии и в лечебных целях, то лидирующие позиции занимают, конечно же, кориандр, кинза или китайская петрушка. Как ни назови эту ароматную траву, она полезна и хороша как пряность. Позитивным моментом для всех нас является возможность употреблять кориандр круглый год, будь то сама трава или ее семена. И то, и иное – ценнейшее кулинарное достояние, которое нам дарует природа. Как только первые листочки кинзы пробиваются на белый свет, их тут же можно использовать как прекрасную свежую зелень для салатов, овощных супов, рагу, блюд из риса, жареной свинины или солянок, рыбных блюд или гуляшей и так далее. Должно быть, не напрасно и в Индии, и в Мексике, и на Кавказе кинза всегда в почете. Да и в нашей стране она очень любима. Конечно же, у нас можно приобрести эту зеленушку на рынках или в супермаркетах круглый год, но намного приятнее вырастить ее собственными руками на огороде без применения химических препаратов.